Всем привет, Кастал здесь, мы с вами продолжаем проходить Mafia 3 Divinity Edition, продолжаем проходить DLC Sign of the Times. Короче, после серии мы с вами нашли бабёху, которая по своей, скажем так, наивности, доверчивости излишней, она вступила в культ, в кое-какой, и потом сразу же оттуда же сбежала, с этого самого культа. Мы ее нашли в доме, сгоревшем доме Сэмми, где его убили вместе с Элисом в самом начале сюжетной линии Мафии 3. И сейчас нам нужно, собственно, расследовать и узнать, откуда этот самый культ вообще появился. И, естественно, его устранить. Так же, как и Куклукс Клан. Что? Куклукс Клан и вот этот вот самый культ, который непонятно как называется, они все яблоки одной яблони. И плюс еще есть предположительный лидер этого самого культа, какая-то бабеха, которая вплела в голову Анне, так зовут вот эту вот пострадавшую, вбрела в голову, что типа этот культ изменит ее жизнь навсегда. Что, собственно, так и есть. Действительно, изменила ее жизнь навсегда. В худшую, скажем так, сторону. Так, блин, я пропустил поворот, смотри. Видишь, какой я. Видишь, какой я молодец. Я пропустил поворот, черт возьми. Вот же я. Вот я молодец, пипец. Я пропустил поворот, зашибись. Ну, что хотя бы сократил путь, ладно, окей. Вот, блин, появилась, блин, привычка у людей бросаться на дорогу. Что за фигня? И еще вот появилась у людей привычка все время не останавливаться на перекрестках, когда, мол, типа, нужно пропустить какого-то человека, чтобы он сделал поворот, или наоборот, чтобы он проехал через этот перекресток. Но нет, они берут, не останавливаются, не хотят останавливаться, и вот. Такая вот беда. Такая вот беда. Так, проникнуть в бессонную ночь. Естественно, без врагов тут не обойдется. Раз тут написано проникнуть. Не зайти, а проникнуть. Естественно, надо постучаться. И меня хрен туда спустят. Только по приглашению, дружище. У меня, к счастью, оно есть. Моя подруга часто сюда заглядывала. Ее звали Анна. У нее тоже была такая карта. С тех пор, как она увязалась за одной из девчонок Бонни, никто ее не видел. Она сильно не в духе. Я хочу поговорить с ней о Бонни. Давай, заходи. И я провожу, если это поможет Анне. То есть, я самостоятельно не могу ходить там, посмотреть и так далее. Рядовой Радужный. Проследи за ним. Показываю клуб нашему гостю. Пригляди за входом вместо меня, окей? А, я покажу, наоборот, окей. Господи, ну и позывной у этого рядового, слушай. Меня зовут Тоска, кстати. Линкольн. Служил? Служил, пока дядя Сэм меня не выпер. Блин. Прости, старик. У вас тут всегда так весело. Если есть халявная наркота и выпивка, грустно быть не может. Люди Бонни сидят, чтобы движуха не прекращалась круглые сутки. А ты, погляжу, чё? Не доверяй я этой сучке. Ей и её гребаной клике. Клике? В смысле? Понравилось? Потому что я знаю, где происходит настоящая вечеринка. Пошли. Ну не знаю, мне же работать что? А, вот и она. Воплоти. Бонни, мать ее, она зовет что? Короче, одна из хиппи. Вы только взгляните. Лучшая компания во всем Нью-Бродо. Вы заслужили выпивку, вы заслужили травку. Наслаждайтесь до утра, дайте разуму вознестись. Она очень похожа на Веру из Far Cry 5. Реально похожа. Выше только небо. Я в Far Cry 5 не играл, но знал, что там есть персонажи Вера. Вера Сид, по-моему. Следует за вышибалой. Пойдем, я хочу тебе показать кое-что на складе. Может, ты разберешься. Бонни запустила в них свои коготки. Она всегда так делает. Выбирает самых привязанных и привязывает к себе. Оки-доки. Видишь парней, которых охраняет дверь там внизу? Вип-зона?
Не знаю, но Бонни всегда держит эту дверь под охраной. Я слышал, как они говорили о местах тьмы. Когда я видел Анну в последний раз, ее туда вели. Окей. Так, ну и? Показывай, да, чё? Я нес на склад бочки с пивом и нашел вон ту штуку, ультрафиолетовая лампа. Для чего она нужна? Посмотри сам. Вон там, на стене. Уф, лампу. Уф. Уф. Это как в этом. Как в... Сейчас скажу где. Как в... В Роблоксе. Уф. Сейчас. Я знаю, для чего нужна ультрафиолетовая лампа. Вот именно для этого. Может, я с ней сумею разобраться, что к чему? Какого рожа ты спустился вниз, Оскар? Эй, слушай, остынь. Так. Сейчас спасем. Вот и все. Придурок. Чем они там занимаются внизу? Понятия не имею, но это имеет какое-то отношение к символам. Я попробую отвлечь охранников у двери хотя бы на минуту. Но тебе придется, чё? Действовать быстро. Спасибо, Оскар. Кстати, думаю, это была твоя последняя смена с бессонной ночи. Постарайся вернуться оттуда живым. Войти в вип-зону. За ним, что ли, идти? За кем? Не совсем понятно. С ним идти? Ну, давай с ним пойдем. А им сейчас увидят, да? Или чё? Один из ваших подсказался на складе и башкой крепко ударился. Так, и чё, они за ним пойдут? Ну, точно. Ой-ой-ой! Тихо! Да ну! Ну окей, все опять пошло не по плану, все как обычно. Все как обычно пошло не по плану, ну да ладно уж. А все, что нужно было делать, это оставаться в укрытии, ну да ладно. Найти зону индоктринации. Тут наверняка бывают люди, Бонни. Надо что? Надо действовать тихо и быстро. Ну окей, давай будем действовать тихо и быстро. Ультрафиолетовая лампа. Расследовать деятельность секты и воспользуйтесь ультрафиолетовой лампой для поиска скрытых символов и проходов. Удерживать опять на эту. Да что ж такое-то? Ну? Ну? И чё? Средняя кнопка мыши, ну? Похоже, люди Бонни тут побывали. Блин, подожди, надо, короче, в настройках это все дело поменять, потому что, честное слово, это самая самая неудобная кнопка в игре. Так, привязка клавиш, чувствительность мыши, чувствительность геймпада, вибра... Подожди, привязка клавиш, рукопашный бой, так, пригнуться укрытие, так... Вождение, это не то. Оружие, вот, по-моему, или нет. Вот, задержать дыхание. Сменить приложение прицела. Ну, это фигня полная вообще, капец. Стрельба из машины. Блин, а как тут поменять... Эту, как его зовут? Как поменять кнопку, вот эту среднюю кнопку, вообще на что-то другое поменять? Потому что сейчас, блин... Удерживать эту среднюю кнопку для того, чтобы, блин, это, воспользоваться фонарем. Это очень долго. Почему нельзя, блин, просто нажать F для того, чтобы, блин, воспользоваться фонарем? Нет, надо воспользоваться именно средней кнопкой мыши для того, чтобы, блин, воспользоваться фонарем. Вы серьезно вообще, да? Ну-ка, да? Серьезно? Да вы серьезно? Да это капец какой-то, это я сейчас замучаюсь так пользоваться, блин, фонарем. Капец, блин, так. Я еще, главное, не вижу ничего, ни хрена. Все так темно, блин, ё-моё. Я и говорю, неудобно пользоваться, блин, средней кнопкой мыши. Она еще и поворачивается. Ее еще надо удерживать. Хотя бы так.
Но здесь нет ничего. Найти зону. Но я примерно понимаю, где эта зона может находиться. Надо просто до вот зеленой штуки дойти или типа того. Воу. Тихо. Он тут ходит. Или это был призрак? В смысле, это призрак был, что ли? Вы что, охренели, что ли? Или это и есть зона Индак 13? Вот это она и есть, та самая зона. Во! Путь нашел, хорош. Ну-ка, давай пойдем. Не опуская эту мышь. А, все! Окей. Так, нашел лифт или типа... Хорош! Маленький клуб Бонни пользуется метками? Чё? Посмотреть алтари. Окей, сейчас осмотрим. Надеюсь, хотя бы здесь не придется использовать ультрафиолет. Я говорю, здесь пользоваться вот этой средней кнопкой мыши нам вообще неудобно, капец. Книжка. Wells Park Middle School. 1958. Our Lovely 8th Grade Class. Прочитать. Выпускной альбом Wells Park за 1958. Wells Park. Wells Park. Чё? Я как-то читал об этой истории. Поджог был. Погибла кучка чернокожих ребят. Из Ямайки? Или откуда? Не понял. Так, ладно, окей. Так, вон там еще какой-то предмет лежит. Типа фотография. Ну-ка, давай. Чё? Я знаю этого гада. Бракстон Мопси Харлис, генерал конфедерации. Он и его семейство владели старым особняком в районе Фриско Филдс. С фоткой пока никто не пришел. Так, еще что-то есть? Эти алтари. Кажется, по городу они расставлены точно так же. То есть это не единственный алтарь в игре, нифига. То есть где-то еще тут могут быть алтари. Так, а это что? Маска. Которая нифига ни к чему не приведет, окей. Так, а это что? Склад Уэлти. Похоже, это где-то в бою. Окей. Так, и что еще? Еще что-то есть, да ну. Опять придется ультрафиолет включать. Кровь. Нет. Кровь тебе ничего не дает, окей. А здесь просто фонарь, да? Окей. А, ну ладно. Вам не следует здесь быть. С чего бы? Ее место с нами, мистер Клей. Мы ей нужны. Больше, чем когда-либо. Вы и близко к ней подойдете. Что ж, я подозревала, что мой шарм на вас не подействует. Но как было не попытаться? Вот так вот. Мы верим, что человечество обречено, мистер Клей. Ну, возразить мне нечего. Вы когда-нибудь видели, как тухнет цвет жизни в глазах другого человека, мистер Клей? Вот что да, какая-то неопустимая красота, чистота, близость. Зря ты взял нож, надо было взять пистолет. Мой народ дал начало этому городу. Он был наш, а теперь я смотрю по сторонам и вижу нечистых там, где когда-то царили чистые. А, какое расстройство. У тебя нездоровый вид, дружок. Может, тебе нужно присесть? Я в порядке. Я говорю, она была пистолет. Скажи мне, где она? Да пошла ты, слушай. Нечистые узнают свое имя и свое место. Мессия принадлежит мне, мистер Клей. Я играю, надо было просто в нее выстрелить и все.
а не возиться с ножом. Нет, ты возишься, блин, с ножом. О, хрена. Вам никогда не выбраться отсюда живым. Ну, с калашом и с моим пистолетом, это маловероятно. Это мне уже говорили не раз, действительно. Бежать из бессонной ночи. Я тебя порежу, свинюшка. Нет, он мой. Мой. Да вы посмотрите на него. Тут на всех хватит. Так, я сейчас, блин, потеряюсь. Я не буду читать. Пока я хожу, я не буду читать. Я не могу. Я выйду отсюда живым, но мне бы сейчас еще... А, в них надо стрелять, что ли? А, в них надо стрелять, секунду. А, в них надо стрелять, ёпернуть, это, господи. Окей, окей, тихо. Чё? Ну где левая? Ну хотя бы так. Окей, понял. Так, ну вот, выход. Вроде как. Вроде нет. Так, подожди. Что ты делаешь? А, ножик вытаскивать. Окей. Метательные ножи. Доступны метательные ножи для бесшумного устранения врагов. Экипируйте метательные ножи в меню оружия. Нафиг надо. А зачем, если у меня есть для этого пистолет с глушителем? В этом нет необходимости. Это чё? Не, нафиг, у меня калаш есть для этого. Я калашу больше предпочтения отдам, чем этому, этой пушке. Нафиг надо. Бежать из бессонной ночи. Все, давай, пушку пока опусти. Так. Так, там двое врагов. Окей, все, ждем. Пока ждем. Пока ждем, пока второй подойдет к нам. Так, все, он идет ко мне, отлично. Так, и... Блин, сейчас меня второй может заметить, черт. Или он не заметит пока. Так, пока он меня не видит, но все, блин, вооружены до зубов, капец. Неужели придется мне прорваться с боем? Это будет хреново, если мне придется прорваться с боем. Блин, двое врагов сразу, черт. So bad, капец. Они что, идут по кругу, как будто бы? Они как будто идут по кругу или типа того. Не та пушка. Готов? Так. Один идет ко мне. Бей его, блин. Тихо. Чё? А, это просто этот, окей. Так. Второй просто стоит, ничего не делает. Все отлично. Так, где еще? Блин, трое стоят прямо на виду, черт возьми. Да? Куда? Тихо. Фак. Черт, тихо. Где? Ёперный театр. Есть. Так, тихо. Да блин, а! Ну все, начинается опять. Окей, ладно. Да будет так. Ладно, раз уж начали шуметь, да будет так. Отлично. За одного поджог еще. Да ну как я тебя не убил? Где еще? Ага, вижу одного. Вижу. Пошли. Пойдем. Так, где тут аптечка должна быть? Вон она. Ну ладно, окей, не будем брать. Кто-то идет ко мне сюда. И вон там где-то еще есть. Угу. Готов. Так, по-моему, уже выбрались почти что. Где еще? Готов. Все, пошли. Так, вот здесь должен быть где-то выход вроде. Нет? Нет, здесь выхода нет, черт. Где? Ага.
есть контакт. Есть второй контакт. Ну где-то еще здесь есть враги. Или все. Наверное, что все. Все, мы уже почти выбрались. А, нет, где-то здесь враг. Отлично. Все, мы выбрались. Пушку бери. Все, так, где моя машина? Вот моя машина. Так, вот моя машина, все, поехали. Все, давайте. Удочки складываем, поехали. Все, мы выбрались. Все. Отлично. Так, отправиться в школу, отправиться куда-то еще. Особняк Харлисов. Ну, короче, нам нужно посетить три места, так понял, да? Да, три места надо посетить. И сначала мы посетим... Somebody to love. В школу сначала. Нормально так написано. Отправиться в школу. Ну это, короче, надо три алтаря найти, я так понял. Три алтаря надо найти, да? Три алтаря. Три? Три алтаря, да, три алтаря. Неполная средняя школа у Уэллс Парк сначала, потому что она находится как раз таки ближе к нам. Это походу реально нужно найти три алтаря. Вот эти самые три алтаря, которые мы сейчас только что видели. Somebody to love. И главное это все под дождливый день. И главное, еще утро не наступило, обратите внимание. Никак не может утро наступить. Не может. Все еще на улице ночи. Нет ни дня, ни утра, ничего. Дождливая, спокойная, в каких-то смыслах, ночь. Но в то же время это атмосферно выглядит. То есть, вот эти вот везде фонари горят. Так классно. Аж мурашки вот сейчас мне побежали по коже, честное слово. Прям чувствуется атмосфера 60-х. Конца 60-х, начало 70-х, когда в моду пошли ебари. Так, а вот сейчас небо пошло какое-то не алё. Как только очутился в другом районе. О, и тут же Painted Black пошел. Нихуя себе. Прям вслед за Somebody to Love пошел Painted Black. Хорош. Painted Black. Так, тихо. У меня сейчас надо где-то припарковаться. Отлично. Так, все, пошли. Вот она, эта школа. Попасть в школу. Сейчас попадем. Естественно. Как, уже бой? Расплата. Маркана жаждет ваш... Понятно. Вместе со мной пришли еще люди Маркана. Зашибись. Да подожди, попасть в школу. Мне бы еще понять, как туда попасть, в принципе. Вот вижу. Залази, пока они не пошли за мной. Они сейчас явно пойдут за мной. Найти признаки деятельности секты. Окей, сейчас найдем. Черт. И здесь тоже эта проклятая вонь. Охренеть. Сейчас опять начнут эти приходить. Где вы? Это если что, просто крики у него в голове, не более того. Ёперный театр. Сейчас прикинь, начнет коридор сужаться. Как в каких-нибудь ужастиках. Коридор будет становиться длиннее. И ни хрена. Где вы? Отойди от дверей. Чё за чёрт? Это называется спортзал, чувак. Проклятая наркота не дает мне думать. Я вижу и слышу странное. Как давно эта вещь, чё? Стоит? Ну, хз. Это, кстати, может пойти на превьюшку, эта вещь. Она клевая. Мне она нравится. Пусть будет на превьюшке. Пусть эта вещь будет на превьюшке. Так, стоп. Что? Святой Грааль? Выпей. Слышь, выпей. Что за Святой Грааль? Этот символ похож на тот, который пометили Анну. Должно быть, это и есть знак миссии.
Мессии, мессии. Так, и чё? Всё. Здесь больше ничего такого нету. Думаю, я видел достаточно. Покинуть школу. И всё, что ли? Довольно быстро. Школа, состоящая всего из одного спортзала. Да. Ну и ну. Посмотрим, что я найду в особняке Харрисов и старом аукционном доме. Так, здесь, кстати, есть еще где-то поблизости находится вот это вот. Коммунизм пропаганда. Коммунизм is freedom. No. No, it's not. Так. Какое здание находится ближе к нам? Ближе к нам находится здание. Вот это. Едем туда. Склад Уэлти. Едем туда. Пока что все довольно быстро это все дело проходит. Так, сейчас мне нужна машина. Моя. Которая находилась. Подожди. Мне нужна машина. Моя машина находилась рядом со школой. Где она? Ее что, угнали? Они не должны были ее угнать. Так, вот школа. Вроде как. А моя машина. Вот моя машина, все, вижу ее. Вот она. Вот она, моя машина. Поехали. Ехать долго, наверное. Ну да ладно, ничего страшного. Пока что передохнем перед предстоящей битвой и просто покатаемся по дождливому Нью-Броду. Музыка, ну, немного подходящая под обстановку, на самом деле. Нормально. Буду честен, я обожаю дождь. Вот хоть убей, я обожаю. Что бы, кстати, опять же это ни значило. Мне просто нравится дождь. Под дождь можно мечтать. Под дождь можно задуматься о чем-нибудь. Или когда-нибудь. Классно. Я вообще не удивлен. Я вообще просто не удивлен, что моей крови хотят все. Я почему-то, кстати, стрелять не могу. А, вот, теперь могу. Класс. А вот теперь могу. Класс, хорошо. Воу! Ни хрена! Я даже не заметил. Да вы издеваетесь, серьезно? Ну капец, зашибись, блин. Эсагланды, или как они там назывались, короче, зашибись. Надо было смотреть на дорогу. Но, блин, сзади же меня стреляют. Так что я не могу смотреть только на дорогу. Мне надо еще и сзади смотреть, чтобы мне колеса не прострелили. А то один раз вот на вот этом вот грузовике я ездил. Ой, на грузовике говорю. На джипе ездил, и в итоге мне все колеса прострелили нафиг. Ну, короче, понятно. Короче, понятно. Все как обычно. Ищем новую машину. Ищем новую машину. Отличная музыка, вы отличная публика. Ну окей, машина сохранилась, это хорошо. Но я сразу говорю, это не моя машина. Да и, собственно, не машина этого. Отца Джеймса. Мне кажется, реально это не его машина. Он ее просто где-то взял и угнал, я вот прям отвечаю. Что отец Джеймс где-то угнал эту машину, я прям уверен. 100% уверен. Что он где-то эту машину просто взял и угнал. Выходи, верь мне, вот и хочется верить. Типа. Звучит правдоподобно, я в это верю. В какой-то степени. Ладно, окей. Так, а вот, собственно, и этот самый склад. Естественно, он кем-то охраняется, я так правильно понял, да? Муанокер не склад, а просто выезд в этот склад, не более того. Но он, естественно, кем-то охраняется. Я прям вот на 100% уверен, что этот склад кем-то охраняется. Ну или нет? Окей, ладно, он никем не охраняется. Это просто заброшенные места, не более того. Попасть на склад
Мы могли, в принципе, просто проехать через эти ворота, но хрен-то там. Игра легких путей не ищет, поэтому придется искать легкие пути самому. Благо, такой легкий путь я нашел. Может быть, я смогу пробраться здесь? Еще как сможешь, но черт возьми. Тут темно, хоть глаз выколи. Пейдждаун? Серьезно? А где у меня пейдждаун? ПГА, ПГОН. У меня вообще, по-моему, такой кнопки нет. Пейдждаун, секунду. А где у меня такая кнопка? А у меня кнопки такой нет? Или это пейдж, пейдж-ап, ПГМ? Пейдж, ну-ка. А, вот он, пейдждаун, окей, нашел. Вы серьезно? Я все это время мог воспользоваться пейдждаун, и вы мне ничего не сказали? Серьезно, вы меня все это время заставляли пользоваться, блин, средней кнопкой мыши. А ведь все это время я мог использовать, блин, пейдждаун. Но игра мне об этом, естественно, не сообщила. И заставила меня корячиться с этой кнопкой, с средней кнопкой. Ой. Что ты делаешь со мной, игра, честное слово? Она реально просто игра издевается надо мной. Реально, почему нельзя было, блин, сразу сказать, что пейдждаун это кнопка этого. Это кнопка... Это кнопка для фонаря. Но нет, игра мне, естественно, решила об этом не сообщать. И решила оставить меня наедине со средней кнопкой мыши. Замечательно, блин. Просто замечательно. Игра почему-то начинает превращаться немножко в хоррор какой-то, честное слово. Даже в каких-то местах начинает бросать дрожь, честное слово. Можно, конечно, повысить яркость, но это будет как-то не особо интересно. Начинается. Ну, блин. Здравствуй, мой новый кошмар. Ну, не знаю. Они не такие страшные. Но они прикольные, но не страшные. Скорее всего, эти лица были использованы, наверное, вот в этих, как их зовут. В том празднике в начале игры, я забыл, как он назывался, этот праздник-то. Где еще, короче, там параллельно с этим праздником шло ограбление, которое, естественно, сделало переломный ход в этой игре. Из-за этого ограбления убили Сэма и Элиса, и за их смерть я должен как-то отомстить. Но мы прекрасно знаем, как мы отомстим за их смерть. Но это будет лишь только... А сейчас пока что до финала нам, ой, как до луны. Возможно, к 30 серии мы придем к этому финалу, возможно, нет. Но, блин, черт возьми. Это уже 20-я, ребята, серия. 20-я. А вообще можно ориентироваться, на самом деле, без фонаря по карте. Правда, сейчас я уже... понятно. Правда, я хотел сказать, сейчас уже потерялся, но нет. Окей, ладно. Так, вот сейчас немного становится светлее. Можно, в принципе, фонарь отключить, потому что уже становится светлее. Потому что мы уже выбираемся на улицу. Классика. Классика. Я стою перед тобой, отец Сангланд. Прими это подношение. Прими кровь нечистых. Так. Еще один метательный нож, но он мне нафиг не нужен. Так, окей, здесь где-то орудует какая-то секта. Открой дверь. Так, сколько их там? Четверо? Окей, сейчас подойдем к нему поближе. Так, и чё? Ага, понял. Сейчас. Готовы. Отлично. Просто отлично. Так, бабки возьми. Почему с каждых падают бабки? Похоже, его накачали наркотой по самому макушку. Или типа того. Так, башку посмотри. Угу.
Господи, твою мать, чё там? Не понял. Там червяки? Он голый. Если ты вдруг не понял, он голый. Чё, выйти, всё. Здесь больше ничего не осмотришь. Блюдце надо осмотреть, блюдце. Или, а, ну давай. Такой же символ был в баре Сэмми. Они его называли кем? Должно быть, они отмечают жертв для своих ритуалов. Так, еще давай. Блюдце меня интересует, нет? Кинь блюдце. А что еще? Передвинуть область? А, ну передвинуть область имеется в виду... Ну, вы поняли. Они их связывают на случай, если люди придут в себя и начнут отбиваться. Спасибо, блин, капитан Очевидность. Ты дал, блин, самую очевидность. Ты высказал самое очевидное. Покинуть склад. А все, что ли? Серьезно? Маловато. Окей, ладно, давай почитаем записки. Ага, понятно. Анна еще не очищена. Ну, это понятно. Понятно, что Анна еще не очищена. Это тоже опять очевидно все. Да ну и все? Маловато. Надо бы еще. Но сейчас мы поедем вот на этот, как его. На... Блин, я уже забыл куда. Чего? Кто-то приехал? Кто-то идет? Твою мать. Похоже, тут я не один. Сейчас они опять наедут, как в прошлый раз, на мою машину. Там же, блин, припаркована моя машина. Черт возьми. Сейчас главное, чтобы здесь ничего не сломалось. Ну ладно, окей, ничего не сломалось. Давай иди. Бежать со склада. Со склада мы сбежим. А вот как с ними быть? Так, фонарик. Да подожди ты, правер. А, в смысле, фонарик уже нельзя использовать? Серьезно? Подожди, а как я? Я вообще ничего не вижу. Я вообще ни хрена не вижу. Алло, я ни хрена не вижу. Может, здесь где-то другой вход должен был быть? Ну-ка, секунду. Я вообще ни хрена не вижу, капец. Бежать со склада. А как я сбегу, если... Я не могу воспользоваться этим фонариком. Я ничего не вижу, ни хрена. Я вообще ничего не вижу. А, во, свет включили. Хорош, спасибо. Все, окей, свет включили, спасибо. Не, ни хрена. Вот тебя я вижу. Иди выпей, черт, проблема. Подожди. Да блин. Готов. Где еще? Блин. Да в смысле? Да в смысле? Я же в него прям попадал. Прям хедшот был. Вот. Там же прям хедшотом был. Ты чё? Окей, я понял. Ой, да ну еще. Ой, да пошли они уже. Нафиг. Нет, все, я гоню отсюда. Все, я сваливаю. Я манатки свои собрал. Все, отвалить от меня. Блин, сейчас они еще за мной поедут, прикинь. Или уже не поедут. Особня Харлисов. Последнее место. Особня. Вот как это называется. Ё-моё. Они что, мне колесо прострелили? Да, блин, они мне колесо прострелили. Ну, ё-моё. Ну, ничего вообще не удивительного в этом нет. Окей, все, поехали. Осталось последнее место, где может находиться наш алтарь. Ой, ну все, занесло, блин, все понесло. Они мне два колеса. В смысле, они три колеса? Они мне три колеса. Чего?
А, понятно. Там были культисты. Так, давай. Где? Давай. Блин, быстрее перезаряжайся. Где еще? Там где-то, короче, еще были. Воу. Вон, по-моему, вижу его. Вон он. Иди сюда. Ты где? Вылази. Отлично. Все, так, отлично. Короче, моя машина, она стала не алё. У нее все колеса нафиг прострелены. Так, во-первых, убери. Во-вторых, возьми другую машину. Ихнюю машину же и возьми. Маленькую, но тем не менее. Рабочую хотя бы. И пускай у нее капот не алёный, да ладно. О, House of Rising Sun на фоне, хорош. Классно, классно, классно. Дом восходящего солнца, классно. Вот эта машина, кстати, чуть побыстрее едет. Той, на которой мы ездили. Но это наверняка спорт-класс. Возможно, нет. Возможно. Все возможно, все возможно. Так, до этой миссии очередь дойдет потом. Всему свое время, Донован, всему свое время. Сначала DLC проходим, а уже потом все остальное. Потому что у меня потом еще впереди не обязательно задание по угону, там еще почему-то. Но они, благо, не бесконечны, поэтому мы их пройдем быстро, я думаю. Хотя это маловероятно, ну да ладно. Да мне в это хочется. Я хочу в это верить. Это звучит правдоподобно. Я в это верю. Ой. Ой, ну началось, блин. Вот ты нашел, Симоша, самое неподходящее для этого время. Вот честное слово, ты нашел самое для этого неподходящее. Да, ты нашел самое неподходящее для этого время, чтобы просто взять и начать орать. Как бы это прискорбно ни звучало, ты нашел самое неподходящее для этого время. А я еще даже серию не закончил. Ой, понятно. И что, они уже ко мне побежали, да? Да ну, все уже, прям уже, да ну. Окей, понятно. Все, ладно, я понял. Прям сразу с порога начали. Окей, я понял. О, щит. Так, ну и все, пока. Пока они не слышат меня особо. Или что? Или они прям там в особняке сидят, меня ждут. Так, ну судя по прожекторам, очевидно, что они там меня ждут, как будто бы. Или нет? Ну типа ждут. Так. Этот заорал, и он меня сейчас выбесит. Секунду. Так, ладно, продолжаем. Короче, пойдем в особняк, давайте. Так. Окей, это вышло довольно легко, пока что. Но явно сейчас из воздуха появятся вот эти вот культисты. Я вот прям вижу. О, глобус. Так. Отлично. Идем, осмотрим особняк. Заброшенные места, как видите, они выбирают. Самые заброшенные, которые забыты иным временем. И эти лозы. Не должны они так расти. Но очевидно, их и не существует. Он здесь, он здесь. Приготовься.
Так, ну-ка. Это форма времен этой войны северян против южан. Повстанческий мундир кого? Этому добру сколько лет? Он как... Он здесь Линкольн, но он как в Саус Парке. Он разговаривает очень быстро. Я не успеваю прочесть ничего, ни хрена. Так, вон там вижу, короче, какой-то предмет нужен. Ну-ка. В великих равнинах, где мы истребляли нечистых, он впервые явился ко мне. Он протянул когтистую длань, ухватил мою душу и заговорил. И из его уст пролилась кровь человечества, залила мне ноздри, уши и глотку. Да всем подожди, тепло крови сгорело меня, а согрело меня, и тогда даровал он мне свою мудрость. Слава отцу Сегланту, слава отцу крови. Слава отцу Сагланту, владыке крови, владыке всех нас. Мы, Энсангланте, клянемся в своей преданности. Сима, пожалуйста, замолчи. Ты меня уже надоел со своим криком. Так, продолжаем. Так, радио послушали. Теперь идем дальше. Где еще могут быть нужные нам объекты? Ага, вот вижу. Книгу какую-то, записку. Так, прочитаем. Давай, читай, читай. Любезная матушка, 8 июня 1916, нифига. Надеюсь, письмо мое застанет вас в добром здравии. Мы здоровы, я и дети, но времена для нас наступили тяжелые. После скоропостижной кончины нашего возлюбленного генерала Харлиса, мы оказались в тесных финансовых обстоятельствах. К огромному сожалению, я не вижу другого выхода, кроме как продать поместье. В ближайшие месяцы, пока я ищу покупателя, мы с детьми постараемся найти себе новое место для жизни. Не знаю, как мы в конце концов окажемся, но я уповаю на мудрые слова Бракстона о том, что будущее принадлежит нам, каким бы суровым и ни были невзгоды настоящего. Остаюсь ваша любимая дочь, Вифренд Харлис. Так, окей, это никак особо не повлияло. Внизу та стать, там тоже какое-то свечение происходит. Так, статуя. Дверь здесь не открывается. Шкаф, картина. Ага, вот проход на нижний этаж, отлично. Тут на пианине играть, я слышу. А вот, собственно, само фортепиано или рояль. Воу. Тихо, спокойно, барышня. Где еще? Ага. Стоять, женщина. Возьми патроны. Отлично. Где? А, господи. Я тебя не вижу, главное. Капец ты. Так, ладно, где еще? Так, вот здесь может. Не, ни хрена, просто место для этой. Для отметки. Блин, что, опять сейчас придется включать ультрафиолет, я так понял, да? Чтобы понять разгадку загадки какой-то, да? Блин, как будто так и есть. А, понятно. Осмотреть место церемонии. Так. То ли меня зовут, то ли что. Опять. Вот никак мне не дадут нормально закончить. Вот хоть убей, никак мне не дадут нормально хотя бы серию закончить. Или хотя бы задание нормально закончить. Мать твою. Это какой-то идол. Генерал Харрис, полагаю. Вы совсем не похожи на свой портрет. Ну так он уже сколько тут гниет. Знаешь ли. Тысячелетиями. Если не веками. Так, почесть записку опять. Читай. Левая страница. Чистые. Правящий класс. Эн Сангланте. Первая страница. Правая страница. Ваше спасение лишь о том, чтобы служить мне. Те, кто достоин нести знак чистого. И только тех я вижу после мольбы. Содружество чистых. Так, сними. Отлично.
Должно быть, этим знаком чё? Такой знак был на теле того сектанта в баре Сэмми. Так, окей, я иду. Тоже сними. Это, кстати, тоже может пойти на превьюшку. Мало ли. Отец Сангланд. Я видел достаточно. У меня есть все, что нужно. Покинуть особняк. Естественно, не без вооруженного конфликта. Потому что сейчас явно пойдут люди вот этого культа. Окей, может быть нет. Ой, какой вид красивый. Ядрит Мадрид. Ой, какая красота. Все ради миссии. Открыть сюжетное задание. Поговорить с Анной. Так, ну давайте мы, собственно, с этой Анной мы с вами и закончим. Имеется в виду то, что сейчас мы с ней побазарим, поболтаем, поговорим. И пока на этом мы с вами сегодня серию и закончим. А в следующей серии мы с вами явно доделаем все вот эти провидные дела, связанные с непосредственно с мессией, с культом, короче, со всем этим. О, бабки. Хорош. Вот в некоторых сериях у меня было много бабок. Сейчас их стало в разы меньше. А все почему? Потому что я их все растратил. Ну да ладно. Ничего там страшного и странного я не вижу. Блин, чё? Давай. Все, поехали. Все, поехали, все отлично. Блин, вот этот район мне, кстати, тоже нравится. Такие вот, блин, дома, которые выглядят как вот сейчас современный мир, честное слово. Дома клевые, хоть и. Мне не нравится. Как этот район, кстати, называется? Фриско Филдс. Вот Фриско Филдс мне нравится. Мне, кстати, в этом районе Фриско Филдс мы будем тоже кое-какие дела творить, но это потом. Сейчас главное не забыть, что... Так, секунду, а мы... Подожди. Так, последний французский квартал мы отдали Бёрку. После этого, по-моему, мы никаким бизнесом вообще в принципе не занимались. Так что получается, вот этот первый район... Ну, какой-то один из районов должен быть отдан непосредственно Кассандре. Потому что как мы договорились? Мы договорились так. Три наты. Чтобы все было поровну. Чтобы... И Кассандре было, и у Кассандры было три района, и у Вита было три района, и района три было у Бёрка. Реально, сейчас главное мне не забыть, что... Надо главное сейчас не забыть, смотри, надо не забыть. То я сейчас еще, не дай бог, забуду, блин. И отдам район не тому, кому надо. Ну подожди, после того, как я захватил французский квартал, потом пошла миссия с дядюшкой Лу. А после этого я никаких бизнесов я не разрушал. Потому что я занимался угонами вот убёрка, потом еще травничеством занимался. Короче, все понятно. Следующий бизнес мы отдаем. Следующие два бизнеса мы отдаем Кассандре. Потом Вита, потом Бёрку. Все как обычно. Надо потом еще посчитать, сколько у кого сколько районов. Вот сейчас поговорим с Анной, и мы посчитаем, сколько у кого районов. Если у каждого по два района, значит, получается, следующий пойдет на Санке. Один из двух районов, один из двух. А вообще осталось районов всего три. Как только мы все эти три района захватим, и после того, как мы убьем еще двоих капо, одна из них это, по-моему, якобы жена Маркана Альбе. Она связалась с кучкой двинутых на всю голову засадцев. Генерал Харлес, символы, ритуалы. Эти люди друг друга называют себя семьей. Бонни и ее команда, они над чем-то работают. Но какую роль во всем играет Анна? Так или иначе, нужно кончать этих больных ублюдков. Ты в этом чертовски прав, чувак. Так, я уже забыл, где вход. Вот вход. Но в следующей серии мы, наверное, с ними закончим дело. То есть мы их раз и навсегда пришьем. Okay? Ты как? Ты в порядке? Хватанул здоровенную дозу какой-то дури, которую гады жгут на своих церемониях. Голова кругом идет. А я говорила. Говорила, смотри на небо. Говорила. Небо? Это называется небо? Да, небо. Небо падает, разум возносится. Небо падает, разум возносится. Глаза. Я же говорила, а ты меня не послушал. Никто меня не слушает. Ну, может быть. Зато я встретился с твоей подружкой Бонни.
Что, ты видел ее? Да, видел. Она головой совсем поехала и опасна, как 100 собак. Когда я оттуда выбрался, я смотрел три ритуальных площадки. Они их называют местами тьмы. Это боль, смерть, Таргети. Места, охваченные горем, как Барсэмми. Каждое из этих мест они посвятили чему-то конкретному из своей веры. Старый особняк помечен знаком, который у них означает чистых. На квартальном складе красуется знак нечистых. А в самой интересной точке оказалась заброшенная школа. На ней твой знак, Анна. Они его называют знаком Мессии. Да, да. Мессия. Мессия вознесется. Бонни любит Мессию. Рабам когда-то ставили клеймо хозяев. Говоря, у них очевидно Бонни. Может, она и есть Мессия. Потому и заклеймила Анну как свое имущество. Бонни? Нет. Мессия? Нет. Не Бонни. Мессия. Мессия. Он... Мессия. Линкольн. Кто такой Сэмми? Он был мне как отец. Взял меня к себе, когда я был никем. Он умер? Да. Убили. Застрелили его. Мне очень жаль. Мне тоже, Анна. Мне тоже. Линкольн. Посмотри-ка, этот знак. Я видел его на оперном театре, том самом, который уже полвека как заброшен. Там ведь пожар был, да? Да, тогда негров лучше очень часто стали линчевать, так как они подождали, пока весь свет белого общества соберется в театре и подожгли его. Погибло около сотни человек. Может, за этим и что-то большее кроется? Как я понял, у этого Эс-Англанте есть три составных части. Мессия, чистые, богатые белые сволочи, и нечистые, черная беднота. Так что это значит? Может, тогда в опере нечистые пытались свергнуть чистых? Но смогли только загнать их в болото на полвека. Бонни никогда не водила тебя в оперный театр? В оперу? Опера, Мессия и очищение. Нет, ты не понимаешь. Ты не видишь ни глазами, а плотью. А плоть она пожирает. Она не дает зре. Стоп, Анна, все в порядке. Просто отдыхай. Релакс. Давай. Мне нужно выяснить, связан ли с этой историей театр. Такое зло, как это, оно страшнее, чем ты думаешь. Постараюсь. Стой, Линкольн, пожалуйста. Пожалуйста, не ходи туда. Это плохое место. Я справлюсь, уж поверь. Нет. Не справишься. Опять же, как говорится, мне так уже все говорили, кому не лень. Так, сейчас давайте вооружимся нашим броником. Это раз. Во-вторых, обзаведемся аптечкой. Это два. Я уже, кстати, в туалет хочу. И в-третьих, просто посмотрим на окно. И пока что мы с вами на этом мы сегодня закончим. Уже, кстати, утро наступило. Невероятно. Просто, мать их, невероятно. А, стой, подожди. Перед тем, как мы закончим, еще надо кое-что посмотреть. Сколько районов-то захвачено. Так, вот два района у Вита, два района у Кассандры и два района у Берка. То есть все, следующий район будет принадлежать непосредственно Кассандре. Но это потом, когда непосредственно после того, как пройдем DLC. Возможно, нет. Возможно, какими-то еще делами будем заниматься. Пока на этом все.